Моя мама умерла 1.5 года назад. Но иногда мне кажется, будто она рядом. Прошу тебя, ответь мне, мама. Мне нравится парень из соседней квартиры. По-моему, я ему тоже нравлюсь. Ты должна быть очень осторожна, когда зовешь одного умершего. Слышат тебя сразу все. Что со мной происходит? Оно пожирает ее душу. Если не поспешим, оно ее заберет. Я пойду туда, где оно живет. У этого места есть название? Я называю его «Та сторона». Верните ее! Вы говорили, что вернете ее! Это не ты. Я буду ждать во тьме, когда боль наконец-то убьет тебя. Нет! Астрал 3. Боже, он спрыгнул.